Всем привет. Получил я долгожданную посылку с вот таким интересным термометром. Называется ТЦТ-9. Это авиационный термометр. Применялся для измерения температуры головки цилиндра. Диапазон измерения от минус 40 до плюс 300 градусов Цельсия. Принцип измерения основан на измерении электродвижущей силы, получаемой с термопара, заложенной, значит, вот в такое вот медное кольцо. Данное кольцо закладывается под свечу зажигания на цилиндре. Термопара в данном случае хромель-копель используется. Значит, диаметр кольца наружный 25 мм, внутренний 18. Подсоединяется это все дело при помощи вот такого вот интересного разъема. Я думаю, на видео видно. Разного диаметра штырьки. То есть по-другому разъем включить не удастся. Длина термопара 4,5 метра. Сейчас мы попробуем его подключить и проверить его вообще работоспособность. Индикатор магнитоэлектрического типа. Так. Главное состыковать все это дело аккуратно. К сожалению, одной рукой не очень удобно, но я это сделал. Кстати, хотел упомянуть еще, человек вложил запасную термопару, вторую. Такой вот интересный получился комплект. Сейчас мы это дело проверим. Все это положить, чтобы было видно. Вот такой вот термометр. Зажигаем газ. Большое пламя нам, в принципе, не нужно. И засовываем термопару в огонь. Видно, стрелка поползла вверх. Достаточно быстро откликается на нагрев. Так, начала обгорать смазка термометра с консервацией. То ли солидолом обмазан, то ли пушечным салом, непонятно. Видно, как дымит. Плюс данного термометра в том, что он не требует какого-либо внешнего питания. То есть он самостоятелен. Единственный минус, пожалуй, его в том, что у него ограничена длина провода термопара 4,5 метра. То есть наращивать провод или тем более его укорачивать вообще не рекомендуется. Это сильно влияет на показания прибора. Провод тарированный. Ну а так в целом интересная вещица. Применялась, я так понимаю, она не только в авиации, на различных других механизмах, на всяких вездеходах, снегоходах. Вот спай подключается, сама термопара, на винтовых соединениях. Вот такой интересный прибор. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.
Всем спасибо. До новых встреч.